550 судеб, 550 историй, 550 лет Чебоксарам. Национальное телевидение Чувашии запустило новый телепроект «550 кадров». 550 судеб, 550 историй, 550 лет Чебоксарам. Связь времен и поколений, история города в лицах и событиях. Фотопроект «550 кадров» возвращает в прошлое и открывает неизвестные страницы городской летописи. У телезрителей появляется уникальная возможность вспомнить, как это было, какой была столица, ее улицы и люди, с чего все начиналось. Эта фотография сделана в 1985 году. Коллектив третьей ткацкой фабрики собирается на 1 мая. Все передовики идут, фоткались. Такие радостные мы были. И на демонстрации собирались, на Красную площадь идем. Присылайте свои старые снимки на фоне любимой столицы и расскажите, чем вам дорог наш город. Фотографии загружайте на сайт ndrkshow.ru или приносите в редакцию национального телевидения по адресу проспект Ленина, 15. Самые яркие истории покажут в нашем эфире. Ольга Алексеева, Павел Редков, Андрей Спиридонов, Республика.